видео о том, как патроны попадают на стрельбище. Часть вторая. Кейс. MTM Case Card. Shotgun Hunter Case. Такая вот коробочка, чемоданчик. Внешне очень похож на чемодан для инструментов там, или для дрели, что-то такое. На самом деле исключительно под патроны и стрелковые приколюхи. Значит, здесь у нас под 12 калибр. Здесь вот данные компании. Здесь вот такая ортодоксальная наклеечка. Кейсик пластиковый. Довольно-таки приличного размера для переноски. Сверху ручка. Сбоку. Ну, ремень или стропа. Вот. Очень удобно. Значит, здесь на крышке 5 отсеков, не знаю, под патроны, наверное. Так это. Можно напихать, здесь оно будет стоять. Ну, вероятно, это здесь там под пулю, там для штучного патрона. Я не знаю зачем, ну, сделано. Так, дальше. Здесь у нас два отдела под различные приколюхи стрелковые. В данном случае здесь инструмент для чистки, ёршики, пуховик, торнадо, ну и прочая ерунда. Два отсека. Закрывается на вот такой вот замочек интересный. Аки советский дипломат. Крышка. Уплотнительного кольца нету, то есть не герметично. Здесь большая рояльная завеса, как бы. Значит, как? Здесь можно размещать патроны. Вот эта штука мы сейчас уберем пока, потом покажу. Вариант первый. Патрончики складываются вот такие вот матрицы, отсеки, соты, которых здесь в комплекте 4. Здесь 2 и здесь 2. Это первый вариант. Второй вариант. Их можно убрать и ставить патроны просто в пачках. И третий вариант. Их здесь можно навалить просто насыпью. К тому же, вот когда вы забиваете вот этими сотами, да, здесь вот остается место, и сюда можно насыпь еще патронов насыпать, если это необходимо. Вот такая вот приколюха в комплекте идет. Здесь она устанавливается. Это для чего? Это для спортсменов-стендовиков, которые на стенде стреляют. Два варианта использования. Мы ставим сюда пачку с патронами. Это первый вариант. И второй вариант. Мы кладем вот сюда лоток. Потом вот эта вот штука вешается на пояс. Ну и якобы удобно отсюда потом брать патрон. Я не знаю, насколько это будет оправдано. Я на стенде с такими приколюхами не стрелял, поэтому ничего не могу сказать. Вот. Так, вот здесь вот она хранится у нас. Значит, сейчас тут картинка. Ага, вот она, картиночка. Вот эта вот штука используется, вот она матрица. Вот она коробка с патронами. А вот кейсик от компании MTM, который с крышечкой когда-то был у меня на обзоре. Вот тоже вариант, вот здесь можно установить. Вот. Классный кейс, с моря возможностей, дополнительные отсеки, там все это здорово. Из плюсов это возможность переноски на плече. Из явных таких минусов, ну, я бы сказал, это не герметичность. То есть я бы не стал в этом кейсе оставлять патроны длительное время с большой влажностью. Все-таки может воздух влажный попасть и все дела. Это минус. А так, отличный кейсик, очень удобный. По умолчанию влазит сколько? 100 патронов плюс. Ну, то есть 100 патронов в соты, плюс можно еще навалить, напихать. Из дополнительных возможностей по переноске патронов вот эту вот штуку оставляем дома. Если вы не на стенде, то вряд ли какую-то практическую пользу из нее можно извлечь. Сюда ставить еще пачку патронов. Плюс сюда еще насыпь навалить. То есть это будет 100, плюс 25 и плюс, ну, не знаю, может быть еще 25 сюда войдет. Вот такая вот приблуда для транспортировки